Всем привет! ZBrush 2019. Продолжаем искать информацию, объединять, как-то на канал это все дело закидывать. Рассмотрим, как сделать кружева. Вот такое видео в интернете. Стив Джеймс. Видео за 20 ноября 2013 года. Приятная музыка и много информации. Вот так все это дело тут. Показывается. Ну давайте рассмотрим, как это будет выглядеть. Если что, заходите вот на этот канал Стив Джеймс, подписчиков 8 тысяч с лишним, почти 9. Погнали разбираться. Откроем план 3D. Жмем Edit, выравниваем, Make Polymesh. Добавляем дивайдов, Ctrl-D, можно поболя. Уменьшаем Draw Size, вот так вот это все дело ставим. И жмем Ctrl. Сначала включаем симметрию, X, и жмем Ctrl. Ну вот, что-то такое получилось. Не ахти красивое, но пойдет. Вот здесь вот можно чуть-чуть потолще вот это все намалевать. Кайму. Где-то что-то дооформить. Вот так вот. Ну, где-то так. Следом заходим в саптулы. Жмем экстракт. Дубляж отключаем. Жмем экстракт. Вот такое дело получилось. Жмем accept. Переключаемся. Снимаем выделение. Отключаем квадрат. Вот такой узор получился. Давайте теперь его немножко смягчим в деформации. Сделаем ему полиш. Вот так вот. Все мягенько, все красиво, все пойдет. Можно потом это все дело, конечно, доработать. Шрифтом где-то пройти. Вот так вот. Сделать потоньше какие-то края, помягче. Вот так вот. Где-то можно долепить, доработать. Ну, будет прикольная штука. Так, что дальше? Делаем вот этому всему ZRMesh. Смотрим, что здесь с сеткой. Вот так вот. Делаем Ctrl-W, одну полигруппу. Отключаем симметрию и жмем вот эту вот перекрутку. Ну и делаем кисть. Clear Insert Mesh New. Опять же заходим в строк, Curve Mode. Ну и попробуем порисовать.
Вот такая прикольная штукенция получается, узор. Зайдем теперь в строк и поставим немного шаг поменьше. Так, ну и посмотрим, как все это дело работает. Вот такая бахрома получается. Ее можно вертеть, крутить, приспособить на платье какой-нибудь модели. Можно вот таким образом делать любые детали тоже. Для узоров, для украшений. Вот такая прикольная штука получается. Спасибо автору за идею. Все, всем пока, до свидания.